об использовании анестезиологического мониторинга в торакальной хирургии и в торакальной анестезиологии, мы, конечно, должны представлять, что это огромное, большое хирургическое направление, которое включает как резекционную хирургию легких, это могут быть экстракорпоральные вылучивания, образование легких, хирургия плевры, хирургия средостения, хирургия пищевода, реконструктивно-восстановительная хирургия трахеи и крупных сосудов, торакопластическая хирургия, хирургия диафрагмы, комбинированные операции, диагностические операции, паллиативная хирургия. И в сегодняшнем-то виде, конечно, торакальная хирургия большей частью представлена онкохирургией. И здесь используются различные хирургические техники, и включая как открытые операции, так и малоинвазивные технологии с использованием видеоассистированных доступов, включая робототехнику, а также могут быть использованы операции как с использованием искусственного кровообращения, так как что диктует дополнительные требования к проведению анестезиологического мониторинга. Остановимся на особенностях анестезиологического мониторинга в торакальной хирургии. Но первое, о чем следует поговорить, это наличие исходного поражения легких, в том числе связанных с сопутствующей патологией. И если это мы говорим об онкохирургии, это предшествующая нередко операция химиотерапия. И здесь, конечно, с точки зрения минимального мониторинга должна использоваться и спирометрия, и пульсоксиметрия, и капнометрия, и исследование газового состава крови. Мы, конечно, знаем, что большинство из этих пациентов могут иметь сопутствующую патологию со стороны сердечно-сосудистой системы или наличие легочной гипертензии, связанной с наличием хронической обструктивной, например, болезни легких. И, конечно, здесь необходимо, если обязательно использование электрокардиографии, особенно с изучением сегмента СТ, упреждающий инвазивный мониторинг гемодинамический, ну и в ряде случаев использование внутрипищеводной эхокардиографии. Большинство торакальных операций проходят продолжительностью превыше 2 часа, иногда это и 4, и более часов эти операции. И, конечно, здесь мы сталкиваемся с проблемой выраженной теплоотдачи и снижения температуры тела, то есть проблемой гипотермии. И, конечно, здесь необходимо выполнение мониторирования температуры ядра. Большинство торакальных операций выполняется в положении на боку. Здесь возникают определенные патофизиологические сдвиги, которые приводят к нарушению вентиляционно-перфузионного отношения и гемодинамическим определенным перераспределительным реакциям со стороны организма. И здесь, конечно, необходимо соблюдение условий упреждающего мониторинга кровообращения, но также исследование не только капнографии, но альвеолоартериальной и оценка ее альвеолоартериальной разницы по углекислому газу и, как я сказал, уже инвазивного использования мониторинга системы кровообращения. Проведение искусственной вентиляции легких в условиях однолегочной вентиляции, редукция сосудистого ложа легких, особенно при пневмоэктомии, да и сама проводимая заместительная инфузионная терапия требует обязательного исследования газового состава крови с оценкой альвеолоартериальной разницы по кислороду, мониторинга состояния двухпросветных трубок, исследования насосной функции сердца и состояния сопряженных функции и, конечно, мониторинга состояния диуреза. Проведение мониторинга, конечно, направлено на преждевременное выявление тех осложнений, которых могут возникать как во время проведения анестезии, так и во время проведения операции. И прежде всего к этим осложнениям во время торакальной операции относятся и проведение анестезии, развитие гипоксемии, внезапные изменения давления в контуре ИВЛ, внезапно возникающая артериальная гипотензия, которая может быть связана с хирургическим давлением на сердце, магистральные сосуды, возникновение аритмии, при прямом механическом раздражении сердца, возникновение бронхоспазма при наличии сопутствующего обструктивного заболевания легких и за счет прямой стимуляции дыхательных путей с использованием специальных двухпросветных трубок,
массивное кровотечение, которое, конечно, всегда имеет риск возникновения при торакальных операциях, ну и при охлаждении организма, о котором я уже говорил. В соответствии с чек-листом ВОЗ при подготовке к хирургическим операциям, пульсоксиметрия является первым шагом в проведении мониторинга во время хирургических вмешательств. И, как и в других, конечно, областях анестезиологии, основная цель пульсоксиметрии заключается обеспечить немедленное предупреждение о гипоксемии. Но пульсоксиметрия, вы знаете, основана метод на законе Берра-Ламберта, интенсивность проходящего света, проходящего через сосудистое русло, экспоненциально уменьшается в зависимости от концентрации поглощаемых веществ в этом слое и расстояния от источника света до детектора. В этом случае фиксируется, так сказать, по поглощению красного света количество восстановленного гемоглобина, то есть деоксигенированного, и количество оксигенированного гемоглобина за счет поглощения инфракрасного составляющей, которая проходит через ткани. Но надо сказать, что только пульсоксиметрия, конечно, полностью не оценивает адекватность вентиляции, поскольку при торакальных вмешательствах и при проведении анестезии при торакальных вмешательствах возникают ситуации, когда теряется площадь диффузии, когда возникают выраженные изменения шунтирования крови в легких и выраженные вентиляционно-перфузионные отношения. И в этих условиях, когда возникают особенно вентиляционные перфузионные отношения, нарушенная большая часть альвеол, особенно коллабированных, начинает, так сказать, в альвеоле снижаться напряжение, альвеолярное напряжение кислорода ниже 60 мм тутного столба, возникают условия для развития гипоксической легочной вазоконстрикции, что, конечно, сразу же отражается на значении конечно-экспираторного СО2, на состоянии газового состава крови, повышается легочно-сосудистое сопротивление, что отражается на величине давления в легочной артерии и на значениях центрального венозного давления, и, соответственно, в совокупности это приводит к нарушению состояние сердечного индекса и системного артериального давления. И поэтому это достаточно сложный комплекс патофизиологических изменений, которые прослеживаются во время проведения анестезии при торакальных вмешательствах. Но если мы говорим о факторах риска развития десатурации артериальной крови при проведении однолегочной вентиляции, это, конечно, связано с данной предоперационной оценкой спирометрии, поскольку у больных с нормальными показателями обычно вероятность развития таких изменений значительно чаще. Сторона операции тоже имеет значение, поскольку кровоток в правом легком больше, то и десатурация крови возникает значительно чаще. Процент перфузии в оперируемом легком при предоперационном сканировании, при сцинтиграфии и легких тоже имеет огромное значение, и поэтому с точки зрения прогнозирования десатурация — это очень важный показатель. Но далеко не всегда сцинтиграфия легких выполняется всем пациентам. Ну и положение на операционном столе. Известно, что влияние гравитационного эффекта важно, и мы это дальше увидим. И если мы имеем относительно низкие значения напряжения кислорода в артериальной крови во время двулегочной вентиляции, то вероятность десатурации после поворачивания, после отключения легкого у пациента, оно увеличивается. Ну вот, пожалуйста, на данном слайде представлено, как влияет гравитационные эффекты на возникновение сатурации. Поэтому этот слайд еще раз подчеркивает тот факт, что только одна пульсоксиметрия, использование его как показателя адекватности вентиляции, недостаточно без исследования газового крови, без исследования газового состава крови, поскольку при, пока не снизится напряжение кислорода в артериальной крови ниже 80 мм тутного столба, мы можем в различных положениях пациента видеть примерно одинаковое значение
сатурации крови при различных изменениях напряжения кислорода в артериальной крови. Капнографическая кривая является одним из стандартов проведения анестезии, но, все прекрасно знают то, что здесь представлено на слайде, фазность изменения этой капнограммы. Нас интересует, конечно, третья фаза, это плата этой кривой, и обычно оценивается угол альфа. Чем тупее этот угол, тем это свидетельствует в большей степени о нарушении обструктивного компонента, что нередко наблюдается у торакальных пациентов, особенно у тех из них, которые страдают хронической обструктивной болезнью легких. Но если говорить о выборе датчика для определения капнометрии, который вы знаете, что могут быть датчики основного бокового потока, то я бы сказал, что, наверное, преимущественно для торакальной анестезиологии использование датчика прямого потока, поскольку, если говорить об оборудовании операционной, поскольку он позволяет оценивать капнометрию и при разгенетизированном дыхательном контуре в случае, если мы проводим инъекционную вентиляцию легких. На самом деле, при торакальных операциях конечная экспираторная СО2 не является таким уж надежным показателем содержания СО2 в артериальной крови, поскольку происходит целая цепочка патофизиологических сдвигов, когда мы готовимся к проведению однолегочной вентиляции, в итоге, которая приводит к тому, что временно возникает снижение конечного экспираторного СО2 на выдохе, последующем выравнивании его, и в результате проведения однолегочной вентиляции мы можем фиксировать повышение значения конечного экспираторного СО2, когда вся вентиляция легких будет направлена в нижележащие легкие, которые не подвергаются операции. Мы видим резкое повышение иногда уровня артериального СО2. А самое главное, что мы видим значительный скачок в разнице между содержанием СО2 в артериальной крови и конечного экспираторного СО2, что свидетельствует о нарушении увеличения мертвого пространства вентилируемого легкого, что снижает клиренс углекислого газа, делая пациентов склонным к гиперкапнии, что необходимо компенсировать увеличением объема общей вентиляции легких. Когда мы говорим с вами о проведении искусственной вентиляции легких, особенно однолегочной, в торакальной операции, мы должны с вами не забывать о том, что само использование девайсов для проведения однолегочной вентиляции приводит к увеличению мертвопространственного эффекта за счет дополнительного инструментального компонента, который включает искусственные дыхательные пути и любое устройство, расположенное между контуром аппарата ИВЛ и, собственно, этими двухпросветными, в частности, трубками. Мониторинг газового состава крови при проведении однолегочной вентиляции необходим для подбора оптимальных параметров ИВЛ и с целью открытия коллабирования альвеол. Но если мы посмотрим на эту схему трехкомпонентную легких Райли, то видим, что прикладывание протективной вентиляции при однолегочной вентиляции может сопровождаться существенными патофизиологическими изменениями, которыми на самом деле могут быть контрпродуктивными, в том смысле, что мы раскроем коллабированные альвеолы, увеличим давление в нормально вентилируемом альвеоле. Это давление нормально вентилируемой альвеолы будет создавать компрессию легочных капилляров и таким образом переводить эти нормальные альвеолы в мертвопространственные альвеолы, в которых будет вентиляция, но не будет перфузии. Поэтому, в общем, те нарушения, которые мы видим, они должны правильно трактоваться. Конечно, капнограмма сама по себе, по форме анестезиолога говорит о значительных возможных причинах развития нарушения ее формы. Ну и в частности, может быть капнограмма выглядеть при повреждении манжет двухпросветных трубок. Но и не надо, конечно, забывать о том, что полное отсутствие капнограммы означает также и отсутствие вентиляции, отсутствие кровотока или отключение капнометра. Встречаются и аномальные формы волны капнограммы.
капнограммы. Вот как, например, капнограмма с увеличенным наклоном фазы 3 из-за большого разброса вентиляционных перфузионных отношений. Встречается также так называемая дугорная капнограмма, когда более ранняя часть двухфазной волны СО2 связана с выдыханием газами из верхнего легкого и содержащая более низкий уровень СО2. Также встречается такая вот форма капнограммы, когда наклон фазы 3 может быть обратным по отношению к нормальной капнограмме, и чаще всего она встречается у больных с выраженной эмфиземой легких. Интраоперационная сферметрия является достаточно серьезным инструментом мониторирования и принятия решений во время проведения анестезии на основании анестезиологического проводимого мониторинга. Это создает условия для проведения анестезии с точки зрения оптимизировать индивидуальные параметры вентиляции, особенно пациентов с уже существующими легочными заболеваниями, вовремя выявить признаки смещения двухпросветной трубки, проводить контролируемый аппаратный рекрутмент альвеол и минимизировать вероятность повреждения легких. Если мы говорим с вами о гемодинамическом мониторинге, то прежде всего это мониторинг электрокардиограммы, мониторинг тензометрических показателей, мониторинг минутного объема кровообращения и сопряженных функций, исследование показателей вариабельности ударного объема и пульсового давления, ну и также исследование внутрипищеводной эхокардиографии. Если мы говорим с вами о мониторинге электрокардиографии, он основан на том, что надо знать, были ли у больного исходные аритмии, нет ли у больных электролитных нарушений, что может повлиять на изменение ЭКГ. Развитие ишемии миокарда в результате аритмии, пневмоторакса с возникновением тяжелой гипоксемии из-за внутрилегочного шунтирования, гемодинамической нестабильности из-за давления крупных сосудов и самого сердца, декомпенсация работы правого желудочка сердца при внезапном повышении давления в легочной артерии и при непреднамеренном повреждении крупных сосудов, развитие массивного кровотечения. Здесь очень важно, что не всегда при проведении мониторинга при торакальных вмешательствах возможна адекватная установка электродов. Мы знаем, что наиболее чувствительными отведениями к ишемии являются второе стандартное отведение и четвертое и пятое грудные отведения, что, конечно, не всегда можно сделать при, например, левосторонних пневмонэктомиях. Если мы говорим о исследовании тензометрических показателей, то прежде всего мы говорим о мониторинге системного артериального давления и показаниям к исследованию системного артериального давления. Показанием будет наличие сопутствующих заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы, опережающий инвазивный мониторинг, поскольку возможно нестабильность сердечно-сосудистой системы во время внутригрудных процедур. Это потребность в повторном анализе газов артериальной крови. Ну и среднее артериальное давление является наиболее полезным параметром для приблизительного определения давления перфузии органов в несердечных тканях при условии, что давление в венах или окружающих тканях не повышено. Когда мы говорим о тензометрических показателях, мы прежде всего оцениваем центральное венозное давление, и мы должны понимать, что это показатель не только волюмичности пациента, но и, что связано с показателем состояния среднего артериального давления, но этот также показатель соотносится и с насосной функцией сердца, и состояние общего периферического сопротивления. В этом отношении следующим параметром является исследование среднего давления в легочной артерии, и в зависимости этого показателя и оценка его интраоперационно связана с оценкой возникла гипоксическая легочная сосудистая вазоконстрикция, насколько состоятельна насосная функция работы левого желудочка сердца и не возникла дисфункция желудочков сердца интраоперационно, поскольку конечные диастолические объемы правого и левого желудочка обратно пропорциональны соотношению их фракции знания.
Если мы говорим об оценке минутного объема кровообращения при торакальных операциях, то здесь существуют различные подходы. Определение сердечного индекса путем препульмональной термодилюции, определение сердечного индекса методом транспульмональной термодилюции и, наконец, определение сердечного индекса на основе анализа площади кривой артериального давления. Определение сердечного индекса методом препульмональной термодилюции обычно сочетается с изменением артериального давления, центрального венозного давления, давления в легочной артерии неинвазивным способом, что позволяет получить расчетные показатели легочного и системного сосудистого сопротивления. Ну и при использовании специальных катетеров можно измерить и фракцию знаний правого желудочка, а также дополнительно рассчитывать сопряженная функция, то есть показатели транспорта кислорода. Если мы говорим о транспульмональной термодилюции, то есть так называемый волюметрический мониторинг, то эта технология также сочетается с изменением прямым измерением артериального давления, центрального венозного давления, что позволяет получать текущие показатели сократимости левого желудочка сердца, системного сосудистого сопротивления и значение сердечного индекса от удара к удару. Надо сказать, что когда мы используем оценку показателей вариабельности ударного объема пульсового давления, то надо помнить, что при значении дыхательного объема при проведении искусственной вентиляции легких торакальной хирургии меньше 8 мл на килограмм, эти показатели не несут достаточно информативного значения относительно волюметрического статуса пациента. И здесь я хотел обратить ваше внимание на оценку внесосудистой жидкости в легких торакальной хирургии, поскольку традиционно мы считаем, что оценка этого показателя с оценкой связана в оценке этого показателя в миллилитрах на килограмм веса больного. Но это не совсем верно, поскольку может быть различная капиллярный кровоток и в правом, и в левом. И, соответственно, и в оперируемом и не оперируемом легком, что необходимо учитывать при оценке, так сказать, содержания внесосудистой жидкости легких после соответствующей резекции легочной ткани. Ну, мониторинг при выносной передаче возможно проявление нечего, да, есть очень процессные методики. Один из существенных мониторингов является эндоскопический контроль установленного группа. И поэтому мы современными настройками должны владеть технологией эндоскопии и оценивать ситуацию с интероперационного установленного группа. Здесь вот у вас подписательный вариант правильно и неправильно.